Привет. А может быть, кстати, реально... Сука, ты откуда вылезла, тварь? Пиздюк, зубастый. Нифига себе, он тут шикует. Ты посмотри, рачков-то варил. Где тут придурок-то? С одного выстрела. Хайоу, ребята, всем привет, с вами Ганс, и мы с тобой продолжаем проходить метро Исходус. В прошлый раз тут пробежали у нас кто? Волки с медведем, да? Будем сейчас, скорее всего, от них отбиваться, но я, по крайней мере, на это надеюсь, потому что в игре атмосфера набирает обороты, и я надеюсь на классную динамику. Тихо. Опа. Побежала. Так, как они оттуда выбежали? Там же пустота была. Там же моста не было. Орёшь? О, здорово, олень. Если они оттуда побежали, может, за ним там медведь бежал? Медведя-то пока не видно. Мишка? Да не, вроде бы. Медведя нет. Эти убежали туда. Тихо. Миша вообще где-то здесь. А я могу по балке забежать? Да, хорош, смотри. Если что, отсюда можно будет отстреливаться. Нужно еще подобное место найти. Погоди-ка, надо осмотреться. Привет! Волчары. Пока прицелись, они уже, конечно, забегут. А, твою мать! Ну, кто ж так делает-то, слышите вы? Так, выше нет. Я, скорее всего, думаю, там не поднимусь. Ну чё, возвращайтесь. Я вкусный лакомный кусочек. Возьму пока вот это. Бегут, кажется, да? Во, вижу. Да ё-моё, что ж это такое меткий-то? Во, хорош. Они так, походу, здесь и будут по кругу бегать. Пёсики. Куда вы все убегаете-то? Я здесь. Пойдем, дойдем до туда, может быть, из него болт получится достать. Да, болт достать из них можно. Соответственно, можно достать тот болт, который я туда стрельнул. Тебе нахрен этот болт? Пошел, знаешь, куда подальше. Одни больше, одни меньше, а зато здесь можно как-то, я думаю, осмотреться. Ловушка! Фу! Это, может быть, ловушка была для медведя вообще? И что это за место? Сюда бегут, нет? Да не. Да, скорее всего, это ловушка была именно для медведя. Давай, лутай. Хорош. Ну-ка, погоди-ка. Блин, пауки по мне ползают, козлы. Фу-фу-фу. Ну-ка. Открой. А чё оно так быстро разряжается? Ты погоди, ты посмотри. Я, конечно, понимаю то, что фонарь. Но это не фонарь, это маска. Окей, давай аккуратненько выйдем, посмотрим. Кто мычит? Муу. Залезь, пожалуйста. Давай-ка здесь осмотримся. Блин, это белка, кажется. Атмосфера хорош. Вон олень, вон дом. А как на тот дом забраться? Надеюсь, нам же здесь плыть не придется. Блин, придется плыть. Давай, вылезай. Я думал, пройти можно, а нет, нельзя. Залезь. Ну-ка, аккуратненько. Пройдем здесь. Короче, надо попасть на ту сторону. А как? Здесь? Суки, бегут сзади меня.
Вот лестница, вижу. Лесенка, ползи резче. Ползи, 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 хорош. Медведь уж сюда точно не залезет. Хотел, может, дерево снести, если подумать. Так. Оп, еще одна записка. Давай посмотрим. Да что ты делаешь? Пыльный дневник. Как же здорово, что мы ушли из лагеря. Тут настоящая жизнь. Вчера, пока все бегали за зайцем, я подстрелил оленя. Так что учитель меня на линейке хвалил. Завтра достроим коптильню, и этой зимой точно не будем сидеть впроголодь. А следующим летом в город на разведку. Красавцы. Охотники. Погоди, а здесь можно поспать. Давай-ка лучше поспим, я думаю. Для того, чтобы... Кто-то здесь где-то охотится. Я тут не один. Для того, чтобы стало посветлее. Тихо, кто? Ты слышишь, все трясется. Че за нахрен? Так, здесь у нас. Во, вижу, хорош. Лутай. Охотники, ты посмотри, олени всех подвесили. Здесь нет ничего, здесь уже как будто кто-то лутался. Так, тут у нас. Погоди, это новая пушечка? Да, смотри, кажется, это другое вообще совершенно. Вот опять. В смысле? Серьезно? Ты как на нем играешь, если он сложен, дебил? Так, окей, погоди, у нас оружие должно быть, значит, два. Нет у нас оружия одно. Опять куда мое то оружие пропало? Чё за бред? Я ж его не выкинул, оно здесь должно остаться лежать. Я теперь опять без прицела. Ой, вашу мать, я не понимаю эту игру. Ты сам прекрасно сейчас видел. Я поменял оружие, я просто хотел посмотреть, чтобы оно у меня оказалось в дальнейшем в инвентаре на всякий случай. И я хотел подобрать его обратно. Только сейчас я его уже не подберу ни хрена. Потому что его просто теперь здесь нет. Ну-ка, давай поспим. До утра. Ну что, патроны не тратить, зачем? О. Вон ходят, волки гуляют. Зато теперь здесь хотя бы все видно. Ты понимаешь, что к чему, зачем и зачем, откуда, почему. Погнали. Ну, вот у тебя. Погнали. Ты поедешь или нет? Ща на, леща. По щеке. А здесь кто-то есть. Хорош. Ты слышал, да, как палка хрустнула? Так, воу. Воу-воу-воу-воу. Давай-ка возьмем. Это же будет второе оружие, я правильно понимаю? Да, это будет второе оружие. Так, это дневник. Давай-ка почитаем. Дневник алхимика. С воском ничего не вышло, смесь застывает намертво. Хотя горит неплохо. Надо думать дальше. Хорошо, хоть бутылок с довоенных времен до черта осталось. А то их точно заменить нечем. А с горючкой я точно разберусь. А если смолы добавить? И прилипать должно хорошо. Слишком густо, не расплескивается. Плохо горит, надо перегнать. Скипидар не хуже бензина будет. Черт, болит как. Бак лопнул, всю морду обожгло, бровей нет. Получилось. 2 литра выгнал. Горит, закачаешься. Есть. Лучший вариант. 4 части топленого жира, 5 частей скипидара и 1 воска. Нормально расплескивается, хорошо прилипает, горит жарко. И не тухнет. Теперь-то мне Ромыч точно вожатого даст. Никуда не денется. Окей, погнали. Так, здесь. Стоп. А где он? А, вот она сверху. Даже не видно, неприметно такая падла. Здесь все, вроде все. Окей, теперь у нас есть горючка. Так,
Нифига себе, он тут шикует. Ты посмотри, Рачков-то варил. Хорош. Мужик. Так, здесь подъем наверх. Погоди-ка. А там у нас что? Тут еще что-то есть. Нет, это не горючка. Это тоже. Ну да, было бы нелогично ее хранить вместе с огнем. Ну, давай, спускайся. Надеюсь, я иду правильно. Тут там подъем еще наверх был. Ну-ка, карта. Сезам пополам. Ну, пока это отступление. Вот, открой, пожалуйста. Вроде все. Нет, я думаю, я туда тогда оттуда потом не вылезу. Что там хоть находится-то? Погнали, короче, я сначала поднимусь наверх. Там подъем тоже по лестнице был. А там дальше посмотрим. Я понял, что туда ведет веревка, это, скорее всего, к нашему костру, это как шорткат. Но тут еще есть местность. Сюда, я думаю, нам просто по сюжету, чтобы скалу, наверное, преодолеть. Как вариант. Сейчас посмотрим. Вот сейчас бы здесь бы ночью бы ходил бы, путался подавно. А сейчас нормуль. Так, здесь тишина. Залезь, пожалуйста. Да, вот веревка до костра до нашего. Здесь. А здесь нет ничего. Зря поднимался. Так, окей, пойдем спустимся, пройдем на другую сторону озера. Прудика даже, я бы сказал, а не озеро. Лужица. Там до озера, как до Китая, раком. Ну пройди ты, что ты встал-то? Так, посмотрим, что здесь у нас. А тут, кажется, нет ничего. Хотя кто-то здесь долбится обо что-то. А, понятно. Здесь животное было. А здесь труп, да? Да. Здесь трупецкий. И все, а тут вроде больше нет ничего. По той стороне можно было бы обойти, но там конец. Вон там наша с тобой вышка была. Погоди, а там на ту сторону можно было еще пройти. Не на ту сторону, а чуть дальше. А вот здесь. Мишка? Мишка? Давай без Мишки. Вот сюда вот можно было пройти. О, ни хрена себе здесь область. Погоди. Нам сюда нужно, да? Да, нам сюда нужно. Тогда погнали туда все-таки. Нет, я ошибся. То место нужно для того, чтобы просто залутаться. Там, возможно, какой-то секрет. Смотри, видишь... Кора обгрызана. Значит, Мишка тут был. Возможно, там вообще его логово. А-а-а! Вот, падла, откуда бы мы бы вылезли. Вот! Вот отсюда мы бы сейчас бы и вышли бы. Я тебе пень даю, смотри. Вон там, кажется, та дырка. Но только кажется. Сейчас посмотрим, узнаем. Но нас же она там вниз вела. И мы бы там бы как раз подняться не смогли. А здесь мы как раз подняться теперь сможем, потому что я скинул лестницу. Вот это место, да? Все логично. Даже ежику понятно. Что такое? Слышь ты, сучок. Понятно, он здесь их ловил. Тварь, а? И я поймал. Покушаем, мать вашу. Покушали. Хорошо, покушаем. Так, ну там вроде бы нет ничего. Странно то, что в этой игре нельзя плавать. Все, ладно, валим дальше. Теперь-то нам точно сюда уже можно идти. Мы все осмотрели здесь. Ничего больше стоящего тут нет. Тихо, Мишка, не ори. Мы добрые.
Тихо! Да чё вы меня бьёте-то? Я ж присел специально, чтобы по мне по башке даже не попало. Теперь понятно, это не только от медведя может трястись земля, это может быть от того, что эти гонят антилоп или кто там, олени. Так, вон там еще какой-то лагерь, пойдем посмотрим. Вон там какая-то заварушка. Ну-ка-сь-ка. В общем, эти места специально сделаны так, чтобы можно было наверх подняться, чтобы тебя особо эти-то и не трогали. Кто тут ходит? Тихо, я вас слышу. Твою мать. Да уйди ты наверх. Хорош. Иди сюда. Да, и не попал, ты серьезно? И опять не попал. Что за сказки творятся? Вы серьезно? Так, а туда-то я никак не допрыгну. Как мне туда попасть? Погоди-ка. Это камень или это медведь? Нет, камень. Давай-ка лучше возьму к себе. Да не, это бесполезно. Чё ты сделал? Я думал, сейчас коктейль Молотова выбросил, серьезно. Переключимся сразу на него. Хрен, ты быстрее ноги сломаешь. Давай еще раз попробуем. Он просто почему-то не прыгнул. Я нажал, он не прыгнул. Возможно, кстати, вот от таких травм он восстанавливается сам. Потому что сердце долбилось-долбилось, сейчас уже не долбится. Аккуратненько. А, нет, сюда вон съехать можно. Что-то я не заметил. Не-не-не-не-не-не! Твою мать. То, что ты такой криволапый. На камушек залезь. Кто-то здесь бегает. Кто? А, вот он идет, да? Привет, смотри, какие они атмосферные. Они прям реально охотятся на тебя. Иди сюда. Потому что тебя не видно, что ли? Тот же. Пойдем обратно их залутаем. Погоди, он где-то... Здесь был. Так, это... Вообще может быть пещера медведя, не? Потому что как бы похоже немного. Да не-не-не. Тут корни, он бы не пролез бы. Паучата. До свидули. До свидули. Так, еще какая-то записка. Мужик, здорово. Ты что здесь спишь? Опять книженцы, смотри. Еще одна записочка. Да, давай почитаем. Пыльная тетрадь. Они не понимают, ничего не понимают, даже Ромыч. Такой же болван, как и остальные. Мы живем в лесу, значит, должны быть в мире с природой. Волки хозяева этих мест, а мы пришли сюда и убиваем их дичь. Конечно, они будут защищаться. И какое мы имеем право их за это винить? Но я не такой, как все. Волки это знают. Волки меня понимают. Вместе мы им докажем, что дружба с природой – единственный путь. Ну, не знаю, не знаю. А может быть, кстати, реально... А! Сука, ты откуда вылезла, тварь? Пиздюк, зубастый. Тварь маленькая. Охренел. Вовремя, блин, а? Ну-ка, погоди, давай-ка надену и заряжу его. Твареныш, а? Меня аж ёкнуло немного, серьезно, как так-то? Убери. Ну-ка. Сейчас я прям секундочку вернусь. Опачки. Просто что-то свет начал барахлить. Сейчас вроде я поярче стал, да. До этого как-то я был потусклее. Даже не знаю почему. Вроде бы не должен был быть.
Я люблю, когда просто хорошее качество, приятное все глазу, все прям так, как запланировано, все как нужно. Я люблю, когда так, никак иначе. Так, погоди-ка, вон туда наверх давай тоже поднимемся. Да, я вижу лестницу. Хорош. Сейчас мы с тобой здесь все осмотрим, все залутаем. Но смотри, здесь у нас уже нет открытой местности, как я понял. Видишь, мы идем коридорно. Но, в принципе, из-за этого, кстати, атмосфера повышается. Как все-таки, если даже посмотреть, у них же все игры были коридорные. И они были тем самым атмосферные. И это их первый проект, когда они делают именно в открытом мире. Соответственно, поэтому, когда открытый мир, игра кажется более скучной, потому что это, грубо говоря, их первый опыт. Где змейка? Змейка? А, вон она уползла уже. Да, змейка? Чё, здесь нет ничего? Хорош! Как так-то? Так, ну это мы, как я понял, объехали с другой стороны. А-а-а! Чё за нахер? Вы серьезно? Там же еще я один дом не облутал. Кто? Зарканили меня. Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Да не злые мы. Э, панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашу территорию попал. Сейчас все за нас бороться будут. Осека моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. А, это мой рюкзак. Я сам нырял. Ты небось засал. Кто засал? Вы же пираты. У вас козлы. Ну-ка вернули мои вещи. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все. Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Короче, это все эти пионеры, ё-моё. Все, кто был в лагере. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. А вот и Ого, ни хрена себе, Мишка. Привет. Давайте я поглажу, носик почешу. Охренеть, он здоровый. Охренеть, жесть. Да ладно, что такой неубиваемый? Пипец. Ну-ка достань-ка, Артемка, давай, падай. Сейчас этого тоже по щам и вынесем его нахер. Где мой рюкзак? Где мой рюкзак? Так, ломай. Лутай. А чё они не лутаются-то? У одного из них вообще мой рюкзак должен быть. Только где он? Где мой рюкзак? Чё за бред? Верните мне мой ящик, который я таскаю на своей горбухе. Ну ладно. Сейчас, думаю, значит, найдем все-таки. Со временем. Так, здесь все пусто. Блин, мне это не нравится. Погоди, а куда тут чувак-то делся? Ну-ка, карта. Может быть, здесь где-то что-то на карте отмечено, нет? Так, ну это понятно. Это мы уже услышали. А где тут придурок-то который был с моим барахлишком. Значит, мы его сейчас не увидим. Окей. Видишь, как я повремел то, что сюда пошел? Вон то место-то я не облутал. А обратно я уже, скорее всего, не вернусь. Ну да, здесь я никак не поднимусь. Ну да, хорош. Ладно, на американских горках зато покатались. Погнали, здесь наверх поднимемся. А лагерь-то где их? Погоди, основной-то. Может быть, Лёшка-то здесь? Нет? Потому что это вроде только хибарка, а не лагерь.
Ну-ка. Да пройди ты вперед, что ж ты стоишь-то на месте? Окей, нам теперь можно выдвигаться дальше. Стоп. Здесь нет никакого резкого спуска. Да тихо ты, куда ты, дурак? Ты видел, как он съехал? Я стоял на месте, я только камеру повернул, а он бац и слетел вниз. Так, окей. Хорошо, хоть здесь сохранилось, ё-моё. Прям здесь же сверху. Как ты свалился, ты мне объясни, пожалуйста. А, ну понятно, здесь обрывы. Обрывы. Вот здесь, вот, да, мне вон туда как раз и нужно. Так, там, в принципе, вроде бы исследовать больше нечего. Погнали. Поехали. Да, здесь нет ничего. А хотя вон там в конце что-то есть, погоди. Вот тоже думаешь, бежать туда, не бежать, надо, не надо. Но там, скорее всего, если даже что-то будет, то тогда будет только записка. Ладно, валим дальше. Здорово. Что, гад, выбрался? Ты молодец. От хозяина леса уйти не каждому дано. А вот и мои вещи. Каждому совсем. Ты опасный, значит? Мои вещи. Чёртов рюкзак. Пожадничал я. Да-да. Покойся с миром, мой друг. Ну, стреляй или вали. Мне готовиться надо. Нет, валить я тебя не буду. Экзамен. Учителю скажу. Экзамен? Вы здесь еще и учитесь? Сколько тебе лет, парень? Защищал, не ссал, девочек не обижал. Учитель, я пришел, можно я... Так, у него уже бред предсмертный начинается, окей. Да не видишь, что они нормальные люди, кстати, в отличие от всех предыдущих. Просто они боятся. Погоди, еще есть? Да, еще место есть. Хозяин, это они, наверное, про медведя говорят. Ну, нашел чужака. Чего я тут у караулю? Непонятно. Дебилы. Но здесь-то они по-любому кого-то оставили. Есть тут кто, нет? Да есть по-любасу. Тут вроде мычит. Ты где, мать твою? Надо его завалить по-бырому. Ну-ка. Без не оружия. Будешь стрелять? Нет, не буду. Лежать. Стрелять я не собирался. Так, ну это был охотник. Походу, как? Так. Прикольно было бы еще бы, знаешь, трактор как-то нибудь запречь, я не знаю, на нем поехать. Это было бы точно бы атмосферно. Но, я думаю, этого здесь не будет. Давай проверим-ка его избенку. Ну-ка. Записка. Чё, погоди, чё написано? Бухгалтерская книга? Ну давай, ладно, посчитаем. Вашу книгу. Да что ты делаешь? Аккуратное письмо. Ромыч, сейчас у нас на хранение. Оленина копченая, запас на 5 месяцев. Рыба вяленая на 3 месяца. Рыба соленая, орехи, фрукты, грибы. Не сезон только начался. Думаю, пора охотников переключать на другие работы.
а то всех оленей перебьют. И сами же потом будут ныть, что оленина надоела. Плохо. Нормально так. Кстати, у них запасов-то серьезно много. Красавцы, чё. Так, погнали, теперь посмотрим вот эти вышки. Дебил, я надеюсь, эти к ним не вернулись. Да кого я здесь сюда влю-то? Я даже не вижу. Кто там под ногами меня ползает? Залезь, пожалуйста. Наверх. Мужик. Просто я надеюсь, здесь можно все как-то более мирным путем решать на самом деле. Потому что как бы убивать их не хочется. Ну а че, они обычные, грубо говоря, студенты. Ты давай, ты лети, ты вперед. О, красавчик. Скорее всего, это сделано для того, чтобы здесь пройти по стелсу. Ну, это как я понимаю, там уже посмотрим. Так что вроде как противников здесь нет. Ну, вон мост. Да ползи ты вперед, давай, ну. Красавелла, ну. Ну, давай порежь. А что так громко-то? Погоди, я подъехал, этот придурок даже не услышал. Я помочь хочу! Да ты помог уже! А где второй? Хорош. Воу, нифига себе здесь у него, погоди-ка. Давай-ка я сделаю вот так. И вот так. Опять мерещится чушь всякая. Где еще-то патроны? А, их поменять можно. Что ты делаешь? Ты дурак, что ли? Я кнопку не отпускал, что за бред? Я пытался переключить патроны. Ты зажимаешь. R1. R1 тебе открывает дополнительное окно выбора оружия и патрон. Но если, да, ты нажмешь один раз, то тогда он метнет гранату. Но фишка в том, что я был в этом меню. Какого хера это сейчас было? Окей, еще разик. Ну это же смешно, серьезно. Так нельзя. Меня сейчас скоро бомбить тогда начнет. О, фига, кстати, на него прям сейчас нацелился, на этого чувака. Ну, патроны тратить не будем, устраним его психаря. Вот как он сейчас меня реально не услышал? Потолок плевать. Время отдыхать. Да, он помог. Так, погоди-ка. Меняем. А, погоди, это тот же самый арбалет. Просто с обвесом. С обвесом. Что-то я не понял, погоди. Что за бред? Поменяй оружие. Ты что, дурак? Белки шалят, похоже. Вот и меняй. Вот и все. Пипец, игровое управление какое-то стало непонятное. Так, здесь у нас. Можно же слезть, да? Резче лезь. Ты дурак, что ли? Сука, его еще и заметили. Захотел скрытно пробраться. А зачем я туда полез? Там кто-то орет, погоди. Давай, поехали. Там больше делать нечего. Давай, езжай. Чё так медленно-то? Ща жопой на кол сядешь. Да нет здесь никого, успокойся. Сучок, а? По стелсу не вышло. Да хорош тебе, слышь ты, падла. Погоди, давай-ка патроны меняй нахер. Во. А чё он не попал-то в него? Во, теперь попал. Вот в того бы ещё попасть бы.
А хрен. Так, здесь. Где тут придурок-то? С одного выстрела. В общем, меня наказали разрывным болтом. Да-да. Да открой это уже. Лутай. Красавчик. В общем, что сейчас мы с тобой сделаем? Вот этого козла я устраняю. Да-да-да. Забираю его мощнецкий снайперский арбалет. Давай ты уже. Вот ты лучше ему в лоб сейчас плюнь. Вот так. Забираем. Да, хорош. И поедем туда сразу. Хотя, на самом деле, хорошо было бы этого придурка бы тоже устранить. Хорош. Да ты серьезно, что ли? Поменяй патроны, ведь еще раз говорю. Дурень. Нету здесь никого. Хорош. Вот лучше я их отсюда устраню. Попал, что ли? Да ладно, попал, смотри. А чё ты не попал-то в него? Здесь кто? Хорош, отсюда. Да поехай ты. Хоть здесь уже отстреливаться. Главное, в жопу, говорю, вот на вот эти шипы не налететь. Слезь, пожалуйста. Вот так. Лежать. О-о-о. Вы-то где хоть? Оп-о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 п, вижу. Ты где-то здесь, да? Патрончики, все, хорош. Минус. Хорош. Где, где, где? Кто стреляет? Я не вижу. Добежим сюда. Залутаем. Где? Это, небось, тот, который подо мной, да? Да куда ты попал-то, дурень? Да... Хорош. Мне тоже. Меня бы тут кто прикрыл бы. Бой-то нечестно идет. Где, где, где? Я не вижу. Где еще, ребята? Где-то он здесь. Воу. Там где-то снайпер сидит. Вон он. Падла. Уже туда побежал. Так, здесь, да, вон бегает. Какие, сука, они незаметные, серьезно. Тихо. Фу, по мне не попало, я попал. Мой арбалет быстрее, чем твоя снайперка. А, да ладно. Давай, 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 аккуратненько. Да твою мать, какой ты меткий, а. Давай, вылезай. Хорош. Я сейчас сюда забежу, да? Иди сюда. Давай, давай, давай. Офигеть, сколько здесь этого народу. Я уже с тобой на одном уровне, друг. Странно, а чё он там не вылезает до сих пор? Хорош, минус один.
Прекратите драться, вы же все погибнете! Чужак! Это чужак, не бандит вовсе, он безоружных не убивает! Вот-вот. Все, сдались все. Вот это давай вырубим. На всякий случай, мне так будет поспокойнее хотя бы. Офигеть, сколько здесь народу. Охренеть, серьезно. Это просто ж пипец. Сейчас посмотрим, что они здесь нам еще скажут. Так, там вообще что-то можно было открыть. Да? Да, смотри, рычаг какой-то. Открой, пожалуйста. Нет, нельзя. Как-то это странно работает. А, во. Немножко по-другому. Так, ну это у нас открылись теперь ворота. Это теперь типа обратно, что ли, их опустить? Немного механизм не понимаю, да? Да, обратно опустить. Ладно. Пускай будет так. Не знаю, правда, зачем это. Но все же. Оп, труп пропал. Так, теперь давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь вообще какая-то пещера. Так, это маленькое отступление. Да, это маленькое отступление. Берем. Тихо! Где эта змея, падла? Или это просто та, которая маленькая змея была? Видимо, да. Оп, вижу ловушку. Где? Где бомба? Понятно, тут без бомбы. А змея-то где? Смотри, сколько здесь, да, всего? Непредсказуемого. Аккуратненько, аккуратненько. А где этот выход-то? Погоди. То есть я мог к ним затечь через другой вход. Охренеть, вот это круто. Вот это, я говорю, пипец, класс. Вот если бы карты ты бы изучал бы. Иди отсюда. Да какая сука меня укусила? Не было там никого. Где эта тварь? Тут же не было никого, я же бегал здесь. Тварь, а, маленькая. Может, вообще на потолке за голову цапать специально? Сказали ей приказ. Вот здесь будет какой-нибудь дебил проходить, а ты цапай в голову. Лутай. Ломай. Берем. Это тоже берем. Привет, Хрюша. Так, это у нас получается загончик. Окей. Уже хорошо. Так, ворота здесь мы с тобой закрыли. Вот этого чувака мы тоже с тобой лутаем, ломаем. Оп. Общий костер. Да офигеть, сколько тут всего. Ну-ка, опять дневник. Небрежное письмо. Тоха, твои охотники отлично поработали, пора отдохнуть. Для начала пусть организуют штук 50 хороших бревен. Хозяин в этом году не в духе. Надо укрепить частокол. Ну и мостик тоже. И да, опять пора собирать смолу. А то бутылки кидать все мастера, а скипидар добывать Женька один. В общем, для начала хватит, а там нарежем новый фронт работ. Ромыч. Окей. Ух, тёлочки. Ну-ка, погоди-ка. Ничего, здесь нечего взлутать, только книжечка и все. Ну да, ладно, только книжечка. И все. Пройди ты вперед, ебдрем батон. Вот, берем. Да я ж не атаковать вас пришел-то, дурни. Я мирный житель. Я ваш гост. Нужно меня встречать, пожалуйста. Не убивать, не стрелять. Так, этот спуск оттуда. Ну, правильно, что быстро. Просыпаешься такой с утра, живот крутит. Быстренько на веревочке спустился. Оп, уже в сральне. Готово.
Блин, ни хрена себе здесь туша. Так, погнали, ладно. Здесь вроде где-то наверху должен быть мостик на ту сторону. Как я понимаю, да? Нет, это подъем вообще наверх. Ладно, давай посмотрим совсем вверх. Нифига себе, палка торчит. Опен. Да ладно, это типа учеба у них здесь проходит. Ну давай, давай. Все вы небось такие. Врете и нападаете, особенно если на беззащитных. Ты успокойся-то уже. Только учти, тогда вам точно не уйти. Наши знают, что он в церковь побежал. Ловить просто не стали. Да я так вас бить-то не собираюсь. С тобой говорить не о чем. Дурная твоя голова. Так, окей, давай посмотрим, что у нас здесь. А чё это ублюдок? Я ж рюкзак взял, я мог хилки сделать. Да, хорош. Так, здесь все окей. Здесь. Это типа, теперь типа у меня вместо тихаря, да? Ну да. Вместо тихаря. Так, оптика мне больше устраивает. Средний магазин хорош. Пускай будет красный прицел. Так, здесь у нас что? Делаем так. Не, пускай будет побольше урона. Ночной прицел, оптика. Но, не, давай лучше вот этот пока поставим. Пам-пам-пам. Скорострельность, хорош. Просто из арбалета я смогу стрелять и так, с лазерным прицелом. Все, хорош. А где девка-то, которая приходила и говорила про меня? Чужак, я сдаюсь, но в ногах у тебя валяться не стану и не надейся. И не надо, чего, что вы все заладили от этого шарманку свою. В ногах, да в ногах. Так, сейчас надо будет посмотреть на карте, куда нам двигаться. Дай пройду-то, ё-моё, я его глаз даже увидеть успел. Дай пройти, друг. Да дай пройти-то, ё-моё. Не заставляй меня тебя ударять, а? Так, а здесь как раз, походу, дело проход дальше, да, я смотрю? Да, здесь проход дальше. Да выйди ты. Хоп. О, здесь мишка, что ли? Здесь. А, вон он вверху идет. О, старый. Фига он деревья там валит. По красоте. Вот так вот. И здесь где-то я смотрю змейки. По любасу. Ну что, на этом хочу поблагодарить всех, кто поддержит мой канал. Ссылочка на плейлист и паблик ВКонтакте, как всегда, в описании. Подписывайся, не забудь поставить сочный лайк. А также рассказывай своим друзьям и жмяка на колокольчик, чтобы знать о выходе новых серий самым первым. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. Пока-пока.